остановитесь. Обратите внимание. Посмотрите на людей в приемной. Они ждут первую участницу нашего эксперимента, а вовсе не окулиста, как может показаться. И вот она. Как раз вовремя. Прием назначен на 12 часов. Здравствуйте, как дела? Добрый день. Она думает, что пришла к окулисту на бесплатный прием. Раньше у нас были? Я здесь впервые. Но она не знает, что все остальные в этой комнате наши люди. Вас скоро позовут. Мы проводим тест на социальный конформизм и начинаем испытание. Вы это слышали? Эти люди тоже. Испытуемая быстро замечает, что сигнал означает, что нужно встать. Но почему? Что бы вы сделали на ее месте в следующий раз, когда прозвучит сигнал? Возможно, вам кажется, что вы сами принимаете решение. Но поддавшись влиянию толпы, мы зачастую просто следуем за другими. Мы проводим эксперимент со скрытой камерой и хотим посмотреть, будет ли эта женщина вставать при звуке сигнала лишь потому, что так делают другие. Вам кажется, что вы бы на это не поддались. Но так ли это? Всего после трех сигналов эта женщина, не зная, зачем она это делает, стала повторять те же действия, что и вся группа. Но что произойдет, если не будет группы? Элейн, пожалуйста. Итак, теперь она одна. Людей нет, и никто за ней не следит, кроме нашей камеры. Что она будет делать? Она следует правилам группы, даже оставшись в одиночестве. Теперь посмотрите, что будет, когда появится посторонний человек, который не знает правил. Меня зовут Джейсон, я записывался. Присаживайтесь, подождите пару минут. Спасибо. Почему вы встаете? Все это делали, и я решила, что так нужно. Научит ли она новенького этому правилу? Мы продолжали снимать ничего не подозревающих пациентов. И медленно, но верно. То, что было случайным правилом для этой женщины, стало социальной нормой для всех в этой комнате.